Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня 16 марта, и мы снова проходим очередной уровень пиньяты. Посмотрим, что сегодня нам подготовили разработчики. Нам нужно защитить 5 двойных подсолнухов. Думаю, мы справимся с этим без проблем. Так, кто это тут у нас? Все идет очень хорошо, без каких-либо проблем. Замечательно. Так. Супер. Можно убивать вообще в первую очередь, потому что они превращают наших бойцов в овечек, которые ничего не делают, просто смотрят. Нас такой вариант прямо не устраивает. Нужно сражаться. Так. Хорошо. Почти все. И последняя волна. Что ж, можно сказать, что мы пришли. Вот такой довольно простой уровень был сегодня. Посмотрим, что нас ждет завтра. И в конце смотрим, какие дали семена. Отлично. Дали нам 20 семян жвачки. Ну что ж, всем удачи, спасибо за просмотр. Ставим лайки и подписываемся.